Это наша прачечная комната. Здесь находится гладильная доска, стиральная машина, вешалки для белья, система хранения, куда мы складываем вещи после стирки и глажки. Это раковина, где моя мама иногда застирывает вещи. Тут у нас хранится порошок. В этих шкафах мы храним кондиционеры, отбеливатели, ароматизированные салфетки и прочие моющие средства. Это паровой утюг и гладильная доска, которую мы уже 100 лет перевозим из дома в дом. Тут у нас 2 ящика, где мы храним чистое белье, а внизу ящики, куда мы складываем светлое, темное, грязное белье. Вот наша очень удобная стиральная машина с 2 барабанами, где можно одновременно стирать вещи. Так мы убираем утюг и гладильную доску, когда не пользуемся ими. Рядом у нас зона, в которой мы храним отутюженные вещи, которые ждут своего перемещения в гардеробные комнаты. Также тут гладильный шкаф, который всем запомнится с предыдущего видео. Вот та самая система сушки белья, о которой многие спрашивали. Она очень удобна и сохраняет место. Это зона релакса, где чаще всего дети делают уроки, в то время, когда моя мама утюжит белье.